Речь идет о компенсации части затрат предпринимателям, которые оказывают услуги дошкольным учреждениям. Также на поддержку смогут рассчитывать ремесленники. В этом году на развитие малого и среднего бизнеса в регионе направят 470 миллионов рублей. И объем важен поддержки, но и эффективность. Очень важно. Деньги не просто должны быть розданы, они должны быть эффективно использованы. Господдержка – это деньги, в первую очередь, не наши, они государственные, но это деньги налогоплательщика. Поэтому просто так ими распоряжаться ни в коем случае в никуда не пойдет. Каждый вложенный рубль из бюджета должен возвращаться как минимум 2 рублями. Ну, хотя бы возвращаться. После встречи Вениамин Кондратьев посетил Центр поддержки предпринимателей. В бизнес-центре на улице Ставропольской официально открыли новый офис. В нем бизнесмены смогут получить консультации по ведению собственного дела. Там же помогут составить бизнес-план или сделать маркетинговый анализ совершенно бесплатно.